Привет! Ты наверняка зашел посмотреть нашу подборку, чтобы расслабиться после непростого дня. Тогда приготовься, потому что в этом выпуске тебя ждет много смешных, забавных и нелепых моментов. И не забудь подписаться на наш канал, если еще этого не сделал. Поехали! Можно было бы сказать, что она упала перед своими друзьями лицом в грязь, но язык не поворачивается. Этот малыш не пропадет. Поймать голубя – дело не из легких, но только не для него. Интересно, со своими вещами она так же беспощадна, как и с чужими чемоданами в аэропорту. Это же настолько важный груз в этой фуре, что, несмотря на препятствия, водитель упрямо прет напролом. Хоть и толку от остальных участников этой колонны мало, но ведь моральную поддержку никто не отменял. У вас назрел такой же вопрос, как и у меня? Как они вообще туда попали? Вряд ли хоть какая-то стоматологическая клиника сможет похвастаться таким выбором зубных протезов. Не стоит расстраиваться. Теперь друзья знают, что подарить ему на день рождения. Эх, как жаль, что мужчина со стремянкой так и не успел спасти ситуацию. А ведь сколько было надежд. Да уж, не лучшую идею для празднования дня рождения он выбрал. Теперь никакого празднования, а только уборка. Не стоит играть с чувствами человека, особенно если это касается утреннего кофе. Может быть, нужно задуматься и купить ребенку надувной бассейн? Ведь бедным рыбкам в аквариуме будет тесно. Интересно было бы узнать у хозяина, сколько времени ему понадобилось, чтобы отмыть своего четырехлапого друга. Dumpling, what the fuck are you doing? Если ваши тренеры не выкладываются так на тренировках, как эти ребята, тогда зачем они вообще нужны? А разве настоящих рыбаков когда-либо пугала плохая погода? Переезд на новое место жительства – это всегда стресс. Еще бы, чего только стоит упаковать настолько компактно все свои вещи, нажитые непосильным трудом. После этого глупого поступка его борода приобретает особый шарм.
А ведь не зря говорят, что от судьбы не убежишь. Если у вас нет таких друзей-юмористов, тогда зачем вообще нужна дружба? Папу девочек видно издалека. На какие жертвы только не пойдешь ради любимых дочек. До Хэллоуина еще далеко, а подготовка у некоторых идет полным ходом. Думаю, если бы у него была возможность получить высшее образование, то это точно была бы инженерия. Когда хозяин отказывается чухать тебе спинку, в дело идет смекалка и стеклянные двери первого попавшегося магазина. Многим из нас стоит еще поучиться также искренне радоваться мелочам, как этот пес. Белоснежный красавец решил напомнить, кто в доме хозяин. Оседлать коня – слишком банальное желание, а вот оседлать кабана – совсем другое дело. Тут работяги беспокоятся о здоровье своих работников и подходят к выбору техники очень скрупулезно. Отъехал бы он на пару секунд позже, и пришлось бы покупать не только новые двери. Реакция у героев этого ролика просто отменная, иначе столкновение было бы не избежать. Как же прекрасно иметь человека, который в любой ситуации готов подставить тебе не только свое плечо, но и спину. Такое ощущение, что он был абсолютно не против искупаться в реке. Главное теперь достать свой транспорт целым и невредимым. Интересно, на фоне какой достопримечательности он хотел сделать фото? Потому что, если бы не эта волна, видео было бы слишком скучным. Два раза наступить на одни и те же грабли, нужно еще постараться. И это ему еще повезло, что его ласточка оказалась очень сдержанная и воспитанная, и не наделала проблем на дороге. Когда он был в отпуске, и теперь пытаешься максимально быстро влиться в рабочий процесс. Этот малыш постарался, чтобы так запутаться в ветках, а растению стоит отдать должное за его непоколебимую стойкость. Трудно представить реакцию хозяина автомобиля, когда, выйдя из дома, он увидел подобную картину.
Но не возвращаться же домой без улова. И как же потом доказать жене, что правда был на рыбалке? Кто бы мог подумать, что обычная история с преодолением забора закончится таким конфузом? А главное, что рядом нашелся друг, который смог заснять эту неловкую ситуацию на камеру. Ставим ставки. Покинет ли он ее карман или все же нет? При вождении автомобиля важно выбирать удобную и комфортную одежду, чтобы обеспечить максимальную свободу движения и избежать дискомфорта. Ее же выбор трудно обосновать. Возможно, девушка просто любит всегда быть в центре внимания. Ставьте лайки, друзья, если вы тоже в восторге от этих малышей. Не знаете, как усмирить своих домашних питомцев? Ловите гениальную идею. Только для этого придется обзавестись планшетом. Эта женщина дожила до такого возраста, когда ей искренне безразлично мнение окружающих, поэтому руководствуется она исключительно собственными желаниями. Каким бы важным и срочным ни был бы ее вопрос, она выбрала слишком брутальный способ добиться внимания. Можно ли считать то, что она решила целый район электричества в честь своего дня рождения, хорошим знаком? Не стоит расстраиваться, эта татуировка всего лишь навсегда. Зубы, которые очень чешутся, стали идеальным прикрытием преступления. На самом деле ему надоело, что хозяин вместо того, чтобы играть с ним на улице, предпочитает видеоигры. У них можно поучиться лишь тому, как сделать трудоемкий процесс уборки еще более энерго- и времязатратным. Робот-пылесос должен был облегчить уборку, однако на своем пути он нашел непреодолимую преграду. Они смеются исключительно потому, что в бак вода не попала, иначе бы реакция отца была совершенно другой. Праздник начался не только с шампанского, но и с проблемы, которая из-за него появилась. Сабраж – это зрелищный способ открыть бутылку шампанского, правда, в неумелых руках эффект получается иным. Победители в этом конкурсе так и не удастся установить. Зато очевидно, кто точно проиграл. Он просто хотел отпустить рыбу на волю. Но, увы, иногда благие намерения могут привести к пагубным последствиям. Очень необычный, но наверняка эффективный способ освежиться. Некоторые советы в интернете могут обернуться настоящей катастрофой. Неужели он проспорил кому-то? Иначе как объяснить то, что он согласился на восковую эпиляцию головы? Ha ha ha!
Для человека, который хорошо собирает кубик Рубика и совершенствуется в этом деле, он крайне неуклюжий. Red light, bro. Dude, don't take that red light. Do not take the red light, bro. This is cop right behind us. Стоило ему довериться прогнозу погоды, как вместо легкой облачности его застал ливень, и пришлось молиться, чтобы доехать домой целым и невредимым. Впрочем, машину эти мольбы все равно не спасли. Шутки с этим парнем плохи, а его месть страшна. Пусть он и предполагал, что не сможет идеально выполнить ремонт здесь, но точно не ожидал, что сделает объем необходимых работ больше. Его можно поздравить. Может, и немного не по правилам, но в цель-то он попал. В этой игре точно есть проигравший и победитель. Еще немного, и сверло окончательно сдастся. Запомни. Эффект домино работает всегда и везде. Несмотря на то, что катались они недолго и погружение произошло внезапно, скорее всего, им было очень весело. После этой попытки она наконец поймет, что физической подготовки для выполнения трюка ей все-таки не хватает. Обычно доставку домой оформляют как раз-таки, чтобы избежать подобных ситуаций. Ох, и не просто ему будет объяснить изначальную мотивацию его действий.